мальчишки, приближается известный нам праздник – День Победы. И сегодня мы вместе с вами попробуем сделать открытку, которую сможем подарить нашим ветеранам. А помогут нам в этом девчонки из третьей подготовительной группы садика «Сказка» села Сергиевск. Девчонки, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня Алина Китайцева. Меня Варя Тумалева. Меня Соня Зайцева. А вы знаете, что это за праздник такой, День Победы? А ходили вы на площадь, вот там праздники, знаете, вот устраивают праздник на площади 9 мая. Вы были там? Я была прошлым годом. Кто такие ветераны, знаете? Ветераны – это военные. Вот давайте сегодня мы попробуем сделать открытку для наших ветеранов. Нам понадобится цветной картон, бумага, ножницы, клей и карандаш. Сейчас выбираем понравившиеся цвета, такого цвета будет наша открытка. Любые, какие вот вам нравятся, выбирайте. Какой? Желтенький. Смотрите, вот перед нами лист картона. Нам нужно сложить его пополам, так вот, чтобы у нас получилась наша открытка, основа для нашей открытки. Так, дальше нам нужна цветная бумага. Я тоже не знаю, да? Нам нужна будет цветная бумага. Из того цвета, который мы сейчас с вами выберем, тут, в принципе, мы тоже можем выбирать любые понравившиеся цвета. Мы сделаем, приклеим сюда цифру 9 и сделаем цветы. Значит, так, сейчас давайте каждый обведет цифру 9. Вот. Мы начнем с тебя. Теперь давайте мы ее с вами вырежем. Вырезать. Так, смотрите, теперь аккуратненько намазываем клеем ее. Вот так вот перевернуть ее все. Вот так вот. Наоборот, давай вот так вот. И аккуратненько намазываем ее клеем. Вот эту сторону. Вот эту. Все? Да. Все наклеили. Теперь берите листочки, которые у вас остались. Эти вот. Так, у тебя красненький? Нет, мой. У тебя красненький, да? Нам нужно нарисовать аккуратненькие кружочки. Давайте аккуратненько вот на этих листочках, на наших листочках цветной бумаги. Рисуем кружочки. Мы возьмем вот колпачок от клея, обведем его. Так, давайте, наверное, мы с вами поменяемся кружочками. Это у нас будут цветочки из них. И вот чтобы у нас цветочки отличались от нашей девяточки. Берем на выбор три любых кружочка. Три. Так, смотрите, вот две половинки, это у нас один цветочек. Он у нас один будет состоять из двух половинок. Давайте сейчас их вместе вот так вот друг на дружечку сложим. Положили? И по краешку аккуратненько прям так вот вырезаем. Видите, как треугольнички такие? Прям вот так вот аккуратненько по краешку. Так, а сейчас берем одну половинку нашего цветочка. Одну любую. Берите. Сгибаем ее напополам, вот так вот, видите? Вот. Свернули, и теперь еще раз напополам.
Так, после того, как согнули, разворачиваем ее назад. Так. И вот здесь вот видите, где у нас полосочки сгиба получились? Вот эти вот. Вот, сгиб. Делаем прям маленькие-маленькие надрезики, прям маленькие. Вот, видишь? Вот, у тебя сгиб. По этой полосочке, да. Теперь нам нужно наши половинки вот эти вот, склеить между собой. То есть... Так, вот видите? А мажем серединку и клеим эту серединку в другой половинке. Видишь? Здесь намажешь серединочку. И вот сюда вот приклеиваем. Мы уже знаем об этом. Вот такие вот открытки у нас сегодня получились, и вы тоже можете попробовать их сделать дома вместе с родителями. Все были высоки, русы волос. Вы в книгах прочитаете, как миф о людях, что ушли, недолюбив. Как бы ни бой, ни вечные искания, крутых путей к последней высоте. Ты прощай, моя милая, не грусти обо мне. Перейду через улицу, окажусь на войне. Если пуля достанется, тогда не до встреч. Ну а песня останется, постараюсь сберечь. Как это было, как совпало, война, беда, мечта и юность. И это все у меня совпало, лишь потом во мне очнулось. Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые. Война гуляет по России, а мы такие молодые. И больше не стареть, и песен им не петь. Последние слова наткнулись на свинец, да не на теме обелиски высятся.